социальном такси, слушаю вас. Здравствуйте. Телефоны колл-центра социального такси не замолкают ни на минуту. Операторы принимают заявки, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли добраться в любую точку города с комфортом. Колл-центр работает уже год, и популярность его только растет. Услугами социального такси у нас в городе ежедневно пользуются порядка 100-120 человек ежедневно. Это достаточно большая цифра и, в общем-то, хороший показатель для нас, что мы создали хорошее подразделение. Все заявки специалисты вносят в компьютерную программу. Обратившемуся достаточно только назвать имя и фамилию. Программа по базе данных сама определяет, на какую льготу он может рассчитывать. Бесплатно воспользоваться социальным такси могут участники Великой Отечественной войны, инвалиды первой группы, а также инвалиды первой и второй группы, которые находятся на амбулаторном гемодиализе. В колл-центре работают 6 человек с инвалидностью. Создание социального такси помогло им трудоустроиться. Это первое место, куда я трудоустроился после получения травмы. Узнал, опять же, от знакомого, что требуются сотрудники, идет набор. Я решил попробовать, меня все устроило, с работой справляюсь без проблем. В принципе, сложностей никаких не возникает. Ни в коммуникации, ни в технической части. На постоянные рабочие места в прошлом году в Самаре устроены больше 30 инвалидов. На это из федерального и областного бюджетов направлено больше 3 миллионов рублей. Данное мероприятие, оно было направлено на стимулирование работодателей к созданию именно постоянных рабочих мест и на то, чтобы они сохраняли в дальнейшем их занятость посредством возмещения затрат на создание как раз-таки инфраструктуры. Воспользоваться услугой можно 10 раз в месяц. Чтобы оставить заявку на поездку, нужно за 3 дня до нее позвонить в колл-центр по телефону 250-0350. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, «События».